Был обычный день. Ну что там? Света стояла растерянная. Снова пиццу доставили. Странно. Не больше будет. Тут в дверь снова позвонили. Да ладно. Света злая пошла открывать. Катя вышла за ней. Снова пицца? На этот раз нет. Приветики. Пакуйте чемоданы. Дамы, вы что-то перепутали. Это наша квартира. Теперь наша. Она нам ее переписала. Я думала, что за доставку расписалась. А нужно сначала читать, а потом подписывать. Теперь это наша квартира. Официально. Света! Света!